после многочисленных шпионских фотографий. Компания Volkswagen официально показала новое поколение Passat в кузове B9. Однако посмотреть на новую модель пока можно лишь в фирменном камуфляже немецкого бренда. Но несмотря на это, салон и техническая часть новинки была раскрыта практически полностью. Как известно, новый Passat будет унифицирован с предстоящей Skoda Superb. У них единая платформа, силовые агрегаты и даже один кузов. Однако флагманская Skoda будет доступна как в виде лифтбека, так и в кузове универсал. А вот Passat будет предлагаться исключительно в универсале. Ходят слухи, что новое поколение вообще не хотели выпускать. Но благодаря Superb, который почти всем поделился с немецким собратом, модель решили оставить в линейке. Под капотом новой модели останутся классические бензиновые и дизельные турбомоторы, но также предложат и подзаряжаемый гибрид в двух модификациях на 204 или 272 лошадиные силы. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!